Погибли 5 солдат украинской армии, еще 12 ранены. В Киеве отмечают ухудшение ситуации, несмотря на действующий режим перемирия. Стороны конфликта при этом обвиняют в агрессии друг друга. Обострение в районе полосы размежевания между пророссийскими сепаратистами Донбасса и украинскими военными произошло непосредственно перед запланированной на сегодня встречей в Минске представителей России, Украины, ОБСЕ и сепаратистов. Стороны планировали обсудить возможности укрепления крайне шаткого мира между мятежными регионами Донецка и Луганска и остальной частью Украины. В Киеве, между тем, подчеркивают, что обо всем сепаратистами уже давно договорились, и все, что нужно, это прекратить нарушать положение подписанных в белорусской столице документов. Никаких переглядов минских договоренностей. Пересмотра минских договоренностей быть не может. Ни украинская сторона, ни наши зарубежные партнеры этого не позволят. Мы последовательно требуем от всех сторон, подписавших документ в Минске, в первую очередь от Российской Федерации, принять всеобъемлющие меры для того, чтобы эти договоренности выполнялись в полной мере.